ты здесь делаешь? Гляди, дружина, еще один. А сколько раз я им говорил? Чего-чего, Вильфред? Да, ничему не учится. Этот хоть песню перед смертью послушал. Кто были эти люди? Это моя дружина. Они поклялись, что никогда меня не оставят. И вот, смотри, сдержали слово. Высокий — Вильмар. Рядом с ним справа — Вильфред. Заика — это Вильхельм. Почему вы остались здесь? Мы не можем уйти. Сунься мы еще раз, великан всех нас поубивает, как остальных. Ты Харальд Собачья Морда, ярл Ундвика. Я слышал, ты погиб. А что, мы с моей дружиной похожи на мертвяков? Ну... То-то же. Так значит, все думают, что я помер? Может, оно и к лучшему. Почему великан тебя пощадил? Моя дружина и сирены помогают ему строить корабль. Я шью паруса и иногда пытаюсь бежать. Тогда сирены прилетают и приносят меня обратно. А зачем ему корабль? Куда он собрался? Обещаешь не болтать? Моим людям я могу доверять, они будут немы, как могила. Но ты... Я никому не скажу. Ну ладно. Великану нужна эта посудина, чтобы громить богов во время последней битвы перед концом света. И уже скоро все будет готово. Зверья тут мало, я видел, как великан дает тебе еду. Где он ее берет? Не знаю, я не спрашиваю. Дружине нравится. Там на земле лежит обглоданная рука. Что? Где? Вильмар, мать твою за ногу! Кто за порядком будет следить? Совсем не умеешь хранить тайны. У нас был выбор. Или так, или с голоду помереть. Но я никого не принуждал. Вся дружина была за. Я ищу Хьялмара Анкрайта. Похоже, он пришел сюда с дружиной, чтобы одолеть великана. А, да, видел я их. И Вильмар тоже. Точно? У Вильмара соколиный глаз. Они стояли на том же самом месте, что и ты сейчас. И все выглядели довольно скверно. Рыжий Лейв, Фолан, Виги. Между нами говоря, у парня с головой не все в порядке. Ну и молодой Анкрайт. Тот тоже был. Тебя узнали? Нет. И к лучшему. Ты помнишь, когда это было? Когда было что? Когда здесь были Хьялмар Анкрайт и его люди. А, это... Не помню. Вильхельма спроси. Они говорили, куда пойдут? Не помнишь, Вильмар? А, да. Они собирались разбить лагерь в старой сторожевой башне. Ее найти просто. Стоит посреди долины и ничего не стережет. Я постараюсь вернуться к тебе, когда найду Хьялмара. Ты так уверен, что его найдешь? Может, ты еще и великана в одиночку завалишь? Все люди одинаковые, а, Вильхельм? Им кажется, что они бессмертны. Мне пора. Будь здоров. Слушай, если ты действительно сумеешь вернуться, принеси мне из деревни немного крепкой дратвы. И гвозди. Гвозди у нас тоже кончаются. Запомнишь? Гвоздей и дратвы. Я запомню.